Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут GamerGovTV, и с вами будет простенький видос, как установить скрипт на Roblox, то есть, точнее, на Arceus X. Заходим в любой проводник, который у вас есть, на том же самом Redmi проводник, но у меня есть проводник. Итак, нажимаем на эти три линии, потом домашняя папка, папочку Android, папочка Media и ком Roblox клиент. Чтобы у вас появилась хотя бы эта папочка, вам нужно хотя бы один раз или два зайти в Roblox, Arceus, APK. Лучше всего войти, получить ключ. Как получить ключ, у меня уже был ролик. Итак, нажимаем на папочку Roblox клиент. И знаете, мы здесь видим папочку скрипт. Мы сюда скидываем скрипты, которые нам нужны. Как видите, у меня здесь дофигища еще скриптов. Так что скоро будет обзор на этот скрипт, сейчас будет обзор. Или на этот. Или на еще какой-нибудь скрипт. Ну ладно, я вам показал. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока!